Четвертый отряд Поцелуеву Евгению. Я очень обаятельна и внешне привлекательна. Зовут меня Евгения, крутая я, нет сомнения. Люблю я в баскетбол играть, на дискотеке зажигать. Нет ни одной компании, где была бы я без внимания. Люблю я шутки, развлечения. Все понимаю настроение. Девчонка я очень активная, ну и, конечно, позитивная. Пора закончить свой рассказ. Мы встретимся еще не раз. Услышу много комплиментов, а сейчас прошу аплодисментов. Аплодисменты Евгении. Что такое любовь? Любовь — это то чувство, когда ты смотришь на человека, и ему не хочется отрывать от его глаз. Хочется передать все чувства, которые ты хочешь высказать прямо в глаза. Любовь — это когда ты встречаешься с новым человеком, когда с первого взгляда ты его влюбляешь, и тебе хочется с ним уехать, с ним край света, и в животе у тебя мурашки, и ты не можешь открывать от него глаз, потому что он тебе очень дорог. Da 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 da
цветка. Девятый отряд. Лесная фея. Возможно ли в летнюю жаркую погоду выглядеть красиво и элегантно? Конечно, возможно. Представляем вашему вниманию костюм лесной феи, сделанный своими руками. Костюм выполнен из 100% лесного материала. Дополняет прекрасный образ браслет из сказочного леса и волшебная лесная корона. Подобная модель лучше всего подойдет для вашей милой маленькой принцессы. Восьмой отряд. Яркая кармелита. Она такая же сильная и независимая. У меня образ кармелиты. Почему я назвала образ кармелиты? Потому что я такая же сильная и красивая, как кармелита. Аплодисменты! Седьмой отряд. Девчонка с соседнего двора. Она знает все о мальчишках и путешествиях и скейтбордах. Шестой отряд. Платье темно-синего цвета, как глаза красавицы, столь же глубокое, как Марианская впадина, представляет вам шестой отряд. Пятый отряд. Образ принцессы цветов. Вы видите на ее платье изысканные узоры цветочных мотивов. Она королева цветов. Мой образ называется принцесса цветов. Я выбрала его, потому что сейчас лето и у меня летнее настроение. Аплодисменты! Четвертый отряд. Образ морская богиня. Тут цвет представлен морская волна. Третий отряд. Морское дно, морской океан. Ты очень загадочен и волшебен. Он так же прекрасен, как и наша прекрасная принцесса морского дна. На морском дне прекрасные дары также существуют, и мы хотим преподнести некоторые из них вам. Жюри, как вам подарок? Второй отряд. Амазонка. Каждый человек в этом зале может с интересом наблюдать за необычным образом нашей представительницы. Мы решили разбавить этот напряженный вечер позитивной Аленой в образе горячей амазонской девушки. Любая современная тусовка подойдет нашей героине. И наша героиня всегда будет оставаться в центре внимания. Первый отряд. Единорог. Теплая, мягкая, добрая, позитивная, дарящая всем тепло и радость. Аплодисменты всем участницам! Десятый отряд! Десятый отряд – образ дюймовочка! Девятый отряд – образ лесная фея! Восьмой отряд – кармелита! Седьмой отряд – девчонка с соседнего двора! Аплодисменты, я не слышу! Шестой отряд. Марианская впадина. Пятый отряд. Принцесса цветов. Четвертый отряд. Морская богиня. Третий отряд. Принцесса подводного мира. Русалочка. Второй отряд. Амазонка. Первый отряд. Единорог. Аплодисменты. А сейчас мы заготовили небольшой сюрприз для наших участниц. Я прошу рыцарей отрядов подняться на сцену. А наше жюри начинает подводить итоги.
радости, любви и восхищений. Я хочу услышать восхищение нашими участницами. Волна, давайте. А итоги конкурса мы узнаем на дискотеке. Нашему компетентному жюри нужно посовещаться в 20:30. До встречи. Вы готовы услышать результаты? Кого нету? Шестого! Где шестой отряд? Сейчас придет! Ты мисс? Кто участвовал в мисс Волна? Шестой отряд. Алисажа! Я тебя не сбегаю! Корона? Золотая? Ну как-то неправильно начинать без одного участницы, без одной. Как-то не очень красиво. Шестой отряд, где педагог есть? Девочка побежала. Побежала, да? Ну, я пока побежала и хочу сказать, прежде всего, большое спасибо всем девочкам, которые участвовали. Еще раз повторю, большое спасибо девочкам-участницам. Хочу сказать большое спасибо педагогическому составу, который готовил девочек и помогал выйти на сцену, готовил номера. Спасибо большое педагогам. Аплодисменты. Очень непросто выйти на сцену, если никогда не выходил. Если выходил, но плохо, опыт был плохой. И просто даже если выходил много раз, все равно волнительно. Мы сегодня видели, как девочки волновались, даже те, кто уже не первый раз на сцене. Потому что вы на них смотрите, потому что вы друзья, потому что они не хотят подвести отряд. И просто они молодцы, конечно. Давайте мы еще раз поприветствуем и скажем спасибо. Мы очень много спорили сегодня. И, поверьте, нешуточные были дебаты в жюри. Даже начальник лагеря сидела тихонечко сзади и ничего не говорила, потому что мы так спорили. У каждого свое мнение. И, поверьте, сегодняшний результат, это не значит, что это вот так, как мы решили. Потому что у каждого свое какое-то индивидуальное мнение, взгляд. Но он может быть ошибочный, он может быть правильный, он может быть неправильный, на ваш взгляд. Но сегодня жюри мы. И мы старались быть очень объективными. Спасибо всем за внимание. Сейчас будет награждение. Итак. Самая романтичная. Угадайте, кто? Алина, 10-й отряд. Самая находчивая. Диана, 8-й отряд. Маша Пелукой. А они все приветствуют очень сильно. Самая общительная. Саша. Александра. Очаровательная, на наш взгляд, получилась Алиса. Вот сюда
в центр, пожалуйста, выходи. Самое таинственное. Так, сейчас посмотрим. Яна, пятый отряд. Таинственная, потому что никто не ожидал такой элегантной, красивой девушки. Просто замечательная. Аплодисменты я не слышу ваши. Самая артистичная Анастасия, третий отряд. Мы были просто восхищены этой девочкой, ее гибкостью. Ей подходили очень много номинаций, но вот не хочет отклеиваться, но видите, что делается. Самая оригинальная Вера, первый отряд. Оригинальность ее вы видели в костюме и во всем выступлении. Спасибо, очень здорово. Обаятельная, самая обаятельная Алена, второй отряд. Разные имиджи были у Алены, она очень была разной. Когда она второй раз вышла, я ее даже не узнала. Спасибо, Алена, большое. Самая стильная. Самая стильная. Кто? Ну, кто у нас самый стильный был? Кто самый красивый в платьях выходил? У кого был шикарный головной убор? Евгения, четвертый отряд. Ну и теперь, наверное, самое приятное. Кому же досталась вот эта корона? Эта девушка поразила нас своим стендапом. Эта девушка поразила нас своим внешним видом и тем, как она умеет себя подавать. Мисс Волна 2016! Ульяна, седьмой отряд! По традиции пару слов победительницы, правда? Я бы, наверное, не справилась, не получила эту номинацию без своего вожатого Ольги Александровны, Татьяны Осиповны и без поддержки своего дружного очень отряда, который болел за меня всеми силами. Спасибо, ребята! Спасибо всем! Конкурс, я считаю, состоялся просто супер. Все болели, девочки все красавицы. Можно даже сфотографировать вот так всех красивых. Ну, а мы продолжаем дискотеку. Всем спасибо.